Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, но ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Вон дома! Лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Ой, ой, сзади подползает. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон дома! Это что? Кажется, провод. Вон дома! Уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда.
Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Дура такая, почему сама тут на сумочку сливает? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти, пусти меня к ней! Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. А где дядя? Если бы он потерял сына... Дядя умер, мама. Его бы это убило. Меня этот человек принес на плечах. Спасибо. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Не плачь, Сашенька. Не плачь. Продаем, покупаем. Скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Патронов не надо? Могу предложить. Подумаешь. Проходите. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис.